Катамаран. Это наш 14-дневный круиз из Нью-Йорка в Средиземное море. Шикарная погода. Это наш Норвегия. Наш круизный корабль, уникальный круизный корабль, на котором мы путешествуем впервые. Мы плывем вот на таком же маленьком катере. Он довольно-таки быстрый, полный народа. Зоя! Compañero. Hello, my friend. Hi, how are you? My friend Boris. Boris. Полно народа. Таких катеров штук 20, если не больше. Пару минут занимает. Буквально доплыть до берега. Какое небо прекрасное, французское небо. Это наш первый видеофильм 11 мая 2019 года из Нью-Йорка через Атлантический океан. День Победы мы праздновали в Барселоне. Наши люди на корабле. Это наш корабль бросил якорь, который в 1 километре от берега. Думаю, сегодня у нас будет уникальное путешествие на Адриатике. Здесь снимают эту группу. Наш круиз лайнер Norwegian Jade. На следующий год мы повторим обязательно эту поездку, притом абсолютно бесплатную. $0, 0 центов. Через несколько минут мы будем на берегу. Да, линия, это самая.
sorry. Берег Каны. Мы здесь впервые. А следующий год Мечели. Обязательно. You can move a little bit. Okay, thank you. You were speaking French before. What language you were speaking? Well, лучше по-русски. Лучше по-русски. Лучше по-русски. Русский. Russian. You speak French? Italian, Spanish and English. Ah, Natalia, Italian. You Italian? Where are you from? Ponza. Ponza? Ponza. You going visited your family? Yeah. Great. You first time on the transatlantic? No. My first. Порт Заканес.